فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلهم فمنها ركوبهم ومنها Вы знаете, тот факт, что за год следственные органы ничего удовлетворительного не сказали обществу, которое очень было встревожено и до сих пор встревожено убийством Ришата Аметова и пропажей очень многих людей других, тот факт, что на годовщину его похищения следственные органы заявили о приостановлении расследования, но перспектив расследования этого дела я не вижу. К сожалению, не вижу, и мы вынуждены констатировать, что следственные органы в данном случае по непонятным причинам, по нехотению, по нежеланию проводить это расследование, ответ на вопрос, кто и за что убил Ришата Аметова, нам не даст.